Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале, на котором я всегда готов поделиться любой информацией, которой владею, и в частности, ребят, в этом видео поговорим по поводу жетончика, который все вы получили, если зашли в игру. Вы не знаете, что сделать надо, не заходили в игру, так знайте. Начиная с сегодняшнего дня, заходите в игру, забирайте себе вот этого красавца бластероида, он же ТОК-2, он же сосиска фиолетового цвета и много других вкусностей. Делать ничего не надо, просто зашел в игру, просто забрал себе коробку, зашел в хранилище, открыл ее, ну и, соответственно, произошло начисление. У меня под видео начали появляться комментарии, в которых у меня спрашивают по поводу того, зачем нужен значок енота. Так вот, ребят, значок енота — это некое подобие вот того ледяного куба, который мы все собирали в зимние праздники и потом обменяли на голду. Проверенной информации по поводу того, на что конкретно можно будет использовать данный значок, нет. И разработчики это скрывают, но намекнули, что это некое подобие этого ледяного куба, о котором я говорил. Ну и, соответственно, единственное, что я уточнил, так будут ли довольны игроки. На что мне ответили: ГСНчик, данный жетон, а точнее то, на что его можно будет использовать, порадует практически любого танкиста. Короче говоря, жирный такой, и я бы сказал, абсолютно прозрачный намек еще на одну халяву, которую, кстати, можно будет получить уже в следующем месяце, то бишь в июле. Поэтому, друзья мои, не пропустите события, зайдите в игру, заберите бластероида, заберите жетон, ну и, соответственно, посмотрим, что нам уготовили разработчики на следующий месяц в виде халявы за этот жетончик. Я побежал снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.